Центральная улица города вновь перекрыта патрулями дорожно-постовой службы. На сей раз причиной стал городской бал выпускников. На нем учителя, близкие и родные провожают своих вчерашних старшеклассников во взрослую жизнь. В этом году их порядка 170. Подошли ребята к окончанию школы с разными успехами. Лучшие из них, среди прочих поздравлений, получили почетные грамоты главы города и школьные медали из рук мэра. Ну и, конечно, напутствие от Александра Кузнецова. Мне хочется пожелать, чтобы не только медалисты, но все, кто здесь находится, с течением времени остался в памяти наших горожан. И если мы когда-либо о ком-то услышали, то мы с гордостью вспоминали, что этот инженер, врач, рабочий, военный учился на территории нашего города. Я вам желаю всего самого и наилучшего, успехов, чтобы вы удачно уже поступили в высшие учебные заведения, средние учебные заведения, и чтобы на вашем пути всегда была только легкая дорога. С праздником, всегда оставайтесь такими же красивыми и молодыми. Успехов! Дала напутствие выпускникам и председатель городского совета Зинаида Исупова. Самые лучшие. Вы наша надежда, потому что в ваших руках наше будущее, будущее нашей страны, будущее нашего города. Вы выходите в эту жизнь, имея прочный запас ценностей, который вам позволит вот дальше идти и решать все вопросы и задачи, которые будут перед вами стоять. Я желаю вам на этом пути удачи, чтобы у вас все получалось, чтобы вы больше радости и улыбок у вас на пути было, больше добрых людей, нежели каких-то горестей и разочарований. Для выпускников закончился один из самых запоминающихся периодов их жизни. Куда пойти дальше и чем заняться, многие знают уже сейчас. Из года в год проходит данное мероприятие, и чувства виновников торжества остаются неизменными. Не остались в стороне в этот день и родители. Благодарственные письма от главы города стали им наградой. Те люди, кто здесь стоят, они вырастили таких умных, грамотных и красивых, наверное, культурных детей. Я хочу пожелать, чтобы каждый родитель, независимо от того, стоит он на этой сцене или находится перед сценой, всегда гордился своими детьми. И, конечно, какой бал без завораживающего вальса выпускников. Праздник только разгорался, ведь бал продолжается до рассвета следующего дня. Правда, уже не на центральной улице города, а на танцплощадке близ стадиона «Химик». Вадим Полосмин, Алексей Половников, «Наш город».